Ребята, привет! С вами снова Epic Board Shop TV. Сегодня выпуск у нас будет посвящен поездке в горы. Для того, чтобы нам классно провести время в горах, нам, соответственно, понадобится очень хорошее оборудование. Сегодня в выпуске мы не будем рассказывать вам о каких-то тонкостях, особенностях оборудования, прогибах, геометриях, технической какой-то спецификации. Мы сегодня просто поговорим, что для хорошего времяпрепровождения в горах нам понадобится прежде всего очень мощная и качественная доска. В данном случае это Liptech Travis Rise версия Climax. Доска жесткая, доска мощная. Идеально подойдет для универсального катания в горах, как в глубоком снегу, так и, собственно говоря, на трассе, в бэккантри и так далее. Для такой доски нам потребуются достаточно жесткие, легкие, комфортные крепления. Мы специально взяли крепления нового сезона Union Ultra FC. Они полностью сделаны из карбона. Крепления достаточно надежные. Соответственно, для нашей доски они идеально подходят. Обувь. Для всего этого дела мы взяли ботинки Burton. Это модель Driver X. Они самой мощной жесткости в линейке Burton. Для того, чтобы максимально четко и комфортно и долго кататься в горах, нам потребуется именно вот такой ботинок. Итак, друзья, для того, чтобы комфортно кататься и уверенно себя чувствовать в горах, нам, естественно, понадобится очень качественная и хорошая одежда. Одежду для катания на сноуборде или на горных лыжах нужно выбирать по принципу многослойности. И поэтому первый слой, который нам потребуется, это термобелье. Мы взяли полный комбез от компании Burton. Достаточно технологичный, комфортный, удобный комбинезон, который позволит нам максимально сухо себя чувствовать в любую погоду, в любом, скажем так, состоянии нашего тела. Спотели мы, не спотели, мы всегда будем оставаться сухим. Дальше. Поверх термокомбеза нам нужно одеть то, что нас будет согревать. И для этого мы взяли флиску. Это флиска от компании Quicksilver, она очень технологичная, очень теплая, комфортная, удобная, не толстая, самое главное. И это обязательный, скажем так, элемент одежды сноубордиста. Следующее, что нам понадобится, это, естественно, сноубордические штаны. Для поездки в горы я лично всегда выбираю штаны, которые сделаны так называемым полукомбезом. Объясню почему. Во-первых, благодаря такому, скажем так, лекалу и пошиву, штаны максимально комфортные и удобные в любых условиях в горах. Целина, дождь, без разницы, что, где вы запутались, завертелись, максимально удобные, никуда вам ничего не попадает. В то же время они дают дополнительное тепло пояснице, животу и так далее. То есть поэтому для поездки в горы я выбираю штаны, которые именно сделаны как полукомбез. У этих штанов, опять же, очень хорошая мембрана,
дополнительные вставки, которые не протираются. Ну, в общем, очень хорошие штаны для поездки в горы. Всегда обязательно я беру такие. Дальше. Итак, следующий элемент в комплекте одежды любого сноубордиста, это, естественно, куртка. Самый верхний слой, который защищает нас от влаги, от снега, от любых, так сказать, ненастий и погоды. Для выпуска и для катания в горы мы взяли куртку-аналог на мембране Gore-Tex. Очень технологичная, легкая, комфортная, удобная куртка с кучей разных карманов дополнительных, как для маски, для скипаса и так далее. Обязательно надо брать именно качественные и очень хорошие вещи, потому что катание в горах – это достаточно экстремальное, скажем так, условие не только для райдера, но и для одежды, и для оборудования. Поэтому всегда берите очень хорошее, качественное оборудование. Следующее, что нам понадобится, это шлем. Шлем от компании Oakley. Он достаточно легкий, имеет регулировку вентиляции в двух положениях. Также у него есть система BOA, которая регулирует, скажем так, посадку шлема по голове, независимо от того, есть у вас подшлемник, есть или его нету. Это очень комфортная, скажем так, настройка. Дополнительный, конечно, бонус. Можно без нее обойтись, но с ней, конечно, гораздо приятнее. И, соответственно, под этот шлем мы также выбрали маску. Это маска той же компании Oakley. Она идеально садится под шлем, тем самым дает еще больше комфортных ощущений. Также у маски Oakley новая технология призм. Мы, кстати, в предыдущих выпусках рассказывали про эту технологию, но еще раз повторюсь, это технология, которая дает максимально хорошую прорисовку трассы, контраст. То есть, одев маску Oakley с технологией призм, вы будете видеть все намного качественнее, ярче. Вот, следующее, что нам понадобится для катания в горах, это рюкзак. Потому что есть любители не только кататься по трассам, но и внетрассовое катание, когда приходится далеко идти от подъемника или даже совсем мощно, скажем так, заниматься хеллибордингом. И в рюкзаке всегда нужно иметь какой-то необходимый набор инструментов. Это лопата, лавинный щуп, бипер, там в конце концов термос, бутылочка коньяка, шоколадка, спички и так далее. Поэтому качественный хороший рюкзак просто необходим. У нас для, скажем так, обзора рюкзак фирмы Dakine. Это достаточно такая мощная модель Heli Pro 2. И здесь что, скажем так, какие плюсы есть? Это прежде всего дополнительная защита спины, отделение под гидратор, отделение для маски, и даже несмотря, скажем так, на свой размер, он 28 литров, то есть сюда очень можно многое положить. И самый, наверное, такой основной момент, это, конечно же, ну, подшлемник, как раз, чтобы удобно сидел шлем, и есть еще перчатки. Мы взяли перчатки фирмы Burton. Они имеют защиту. Они очень удобные. Здесь, кстати, для совсем продвинутых райдеров есть такая технология, что пальцем можно водить по телефону, то есть не снимая перчаток. Но если как бы вам захочется сделать селфи и отправить тут же в Инстаграм, вы можете сделать это, не снимая перчаток. Вот. Но, тем не менее, это очень надежные, качественные перчатки с дополнительными вставками, которые, скажем так, избегают протирания. То есть можно смело хвататься за кант, ничего не порвется. Высокий манжет, который не даст снегу попасть внутрь перчатки. Ну, то есть достаточно хорошая и качественная модель. Итак, ребят, ну вот, пожалуй, все, что потребуется нам для хорошего катания в горах. Мы перечислили одежду, сноуборд. Собственно, остальное все дело за вами. С вами был Epic Board Shop TV. До новых встреч. Ждите новых выпусков. Подписывайтесь, ставьте лайки.